Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об одном удивительном историческом событии, которое принесло не только победу в Второй мировой войне, но и воодушевило многих людей по всему миру. Речь пойдет о легендарной атаке Дулиттла на Токио. Какие тайны и загадки окутывают эту операцию? Как она повлияла на исход войны? Вы узнаете об этом и многом другом в нашем новом видео. Мы гарантируем, что после просмотра этого ролика у вас останутся только самые яркие впечатления и незабываемые эмоции. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий под видео. Приятного просмотра! В 1942 году, всего через несколько месяцев после нападения на Перл-Харбор, американские войска решили ответить на японские атаки, нанеся удар по Токио и другим крупным городам Японии. Эта операция получила название «Атака Дулиттла» в честь командира группы бомбардировщиков Джеймса Дулиттла. Несмотря на то, что эта операция была малоразмерной по сравнению с другими военными действиями, она имела огромное значение для психологической войны и укрепления морального духа американского народа. Более того, атака Дулиттла внесла свой вклад в изменение хода войны на Тихом океане. Американские военные знали, что нанесение удара по Японии может иметь высокую цену, они даже не могли гарантировать, что их бомбардировщики смогут вернуться на базу. Но Дулиттл и его команда решили рискнуть, чтобы показать японцам, что Соединенные Штаты не побеждены и готовы бороться до конца. В результате 18 бомбардировщиков взлетели с авианосца «Хорнет» и направились в Японию. Они смогли сбросить бомбы на несколько городов, включая Токио, и нанести определенный ущерб японской промышленности и военной мощи. Однако важнее всего было то, что атака Дулиттла показала, что японцы не могут чувствовать себя в безопасности на своей территории. Это было важным моральным уроком для японцев и укрепило моральный дух американского народа. Таким образом, тайны легендарной атаки Дулиттла на Токио продолжают удивлять и вдохновлять людей по всему миру. Она стала важным этапом в истории Второй мировой войны и показала, что даже в самых трудных временах можно найти силы для борьбы и победы.